Всем привет, с вами я, Денис, и у меня для вас есть шокирующая новость. Точнее, как новость? Я сам в шоке. Я только что зашел в Инстаграм и увидел фотографию, которую выложил Ивангай. Он стоит там, с кем бы вы думали? Ну, вы уже увидели по превью, он стоял там с Дианой Шурыгиной. Что с этим миром не так? Почему? Почему Ивангай стоит с Дианой Шурыгиной? Я уважаю Ивангая, мне нравится, как он снимает ролики, но... Сейчас я как-то по-другому взглянул на это все, и мне это очень не нравится. Я не понимаю, почему блогеры пытаются, не знаю, пиарить, не знаю, пиариться за счет нее. Может быть, просто это был вброс от Ивангая, чтобы мы все такие: «А-а-а, что происходит?» Возможно, этим Ивангай хотел сказать, что видеороликов от него нам не ждать еще как минимум лет 8. Ну, потом парню дали 3 года, поэтому как минимум года 3. Окей, а может быть, Ивангай хотел этим сказать, что у него новая девушка? Типа, вот смотри, Марьяна, у меня девушка, которая еще быстрее растет, чем твой канал. Ну, типа, за 2 недели 200 тысяч подписчиков у Дианы Шурыгиной и почти 1 000 000 подписчиков в Инстаграме. Кто эти люди, которые подписаны на Диану Шурыгину? Что? Что они хотят? Что они хотят увидеть на ее каналах, страничках? Так, если ты подписан... Я не против. Это твое мнение и твой выбор. Но, пожалуйста, я прошу тебя, дружище, нет, не отписаться от ее канала. Ни в коем случае, я никогда не прошу такого делать. Я просто хочу, чтобы ты сейчас написал в комментариях, не торопясь, что ты ждешь от нее, какого контента ты ждешь. Распиши, пожалуйста, мы с удовольствием это прочтем. Мне будет очень интересно. Спасибо, зайка. Ах да, если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео. В этом ролике я хочу просто высказать все свои мысли по этому поводу, раз и навсегда и безоговорочно. Фамс. В самом начале, мне кажется, это была обычная девушка, которая хотела стать популярной или просто отмазаться от своих косяков, которые она сделала в жизни. Но потом за нее взялись креаторы, начали продвигать пиар-менеджеры. Теперь из этого проекта делают... Так, чтобы срубить как можно больше бабла. Мы уже можем увидеть то, что из обычной девушки, которую изнасиловали в Ульяновске, Диана превратилась в ютубера, да почти топ ютубера. За 2 недели 200 тысяч на основном канале и в Инстаграме 1 000 000. Ребят, это уже почти топ. Вы представляете, скоро на видео Пипли она будет ходить вместе с Янго, там с Ивангаем, Марией Вэй, там Диана Шурыгина рядом, раз. Там кнопочку есть серебряную, золотую. Ох, как здорово, какие классные ютуберы у нас будут. В общем, это что-то как-то не так. Это неправильно, это не очень хорошо. Нет контента, нет канала. Это не должно развиваться и продвигаться. Может быть, в этом виноваты алгоритмы Ютуба? Нет, в этом никто не виноват, кроме тех, кто на нее подписывается. Если честно, я сам в шоке, это все мои мысли, которые я вам сейчас говорю, это просто набор слов, который летит в эту камеру, в этот микрофон. А, не знаю, если вы знаете какие-то догадки, типа, будет 4-я часть Шурыгиной, или Ивангай женится на Диане Шурыгиной, или Диана Шурыгина и Ивангай вместе, или они снимут «Попробуй не подпевай» челлендж, это будет забавно. Что происходит, а? Очень обидно, что люди стараются, парятся, пытаются делать свой контент качественно, что-то придумывать новое, но у них не растут подписчики. Или они, например, добиваются каких-то высот, но для этого им приходится тратить год, 2 года, да, 6 месяцев. Здесь же мы видим девушку, которая просто не тратит ни на что время. Она просто... Была на хорошей вписке, и ей повезло. Получается так, что ли? Давайте все будем гулять на вписках. Давайте будем вести себя так. Нет, это так не работает. И я не знаю, а где справедливость? Будем мы сейчас искать справедливость с вами? Я думаю, нет. Потому что ее, походу, нет. Не знаю я, как закончить этот ролик. На позитивной ноте не получается. Но... Я придумал, как закончить этот ролик на позитивной ноте. У Дианы Шурыгиной все хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Денис. Всем удачи и всем пока.